Я представляю спортивную специализированную школу номер 2. Наш проект называется «Шахматы. Искусство побеждать». Ну, как известно, город Бельцы имеет хорошие шахматные традиции. К нам приезжают шахматисты с разных городов, стран. И наши учащиеся принимают участие в различных соревнованиях, в республиканских, международных. Значит, для того, чтобы играть в соревнованиях, требуются электронные шахматные часы, которые, к сожалению, у нас отсутствуют. И мы в этом проекте просим средств для приобретения электронных шахматных часов. Наш проект оценивается в 41 тысячу лей. И просим всех жителей города, любителей шахмат, родителей наших учащихся проголосовать, поддержать наш проект. Голосование будет проходить с 27 мая по 5 июня в городской библиотеке и во всех ее филиалах с 13 до 17 часов.